have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки. Привет, привет. Всем доброго времени суток. Продолжаем нашу космическую подводную одиссею, как бы странно это ни звучало в сочетании этих слов. Куда мы приплыли? Что у нас сейчас происходит? Мы где-то в пещере подводной, под водой уплыли, кстати, с этой точки, потому что капитан забыл автопилот включить. Классно. Мы сейчас находимся в огромной подводной пещере. До следующего ванпоста еще 3 точки надо проплыть. Световых годов. Да, световых года тоже. Мы сейчас маяк активировали один штуку. Да. А сейчас мы поплывем дальше. Супер. У нас выполнено задание. Видали, сколько за маяк дадут? 2. Да. Неплохо, да. Но это мы получим только на аванпосте, я так понимаю. Да, если доплывем. А толку нам от этих денег в открытом... А где мы? В открытом океане? В открытом космосе? Так, ну смотрите, тут нужно просто проплыть. Скорее всего, мы просто не проплывем. Мы на аварийном освещении или что? То есть кто-то врубил экономию? У нас всё 8... У нас 8 топливных стержней осталось. Мы же забрали со станции тот. Все, что нафиг не надо? Не, нельзя. Блин, можем об скалу сейчас долбануть. Чувак, не надо! Да не, нормально, прошли. Мы прошли, да. Вы доводилось видеть эти штуковины, которые охраняют руины, говорит Алонзо. Ребят, что за штуковины, какие руины? Это мое невезучее место. Когда здесь, 140, когда здесь 140 пролетаешь, мы сейчас разбиться должны. Кстати, мы довольно быстро плывем. Я вижу. Подводной лодки. А еще быстрее я долбанусь об скалу. Мы куда? Серпинск сейчас или куда? Северск 13. Понял. Серпинск. Серпинск. Оп, спереди ж, ёпарасы, ты быстро по пушкам. Я только это сам заметил. Где, где? Вверху не вижу. Принял ислам. Я тоже. А вижу. Сзади? Да. Нет. Целюсь. А чё это за штука такая классная? Я не успел автопилот включить, меня стряхнуло. Этот, молотоглав был. Я тоже хотел к пушке подбежать, меня стряхнуло просто. Ребята, мы падаем. Это бывает, это нехорошо, но... Нет, бы вы... вроде бы это управляемое падение. Мы настолько всрато мы упали в расщелину в земле, мы падаем в еще одну пещеру. Офигенно просто. Я только хотел тарелку от пельменей унести. А тут такое. Тут шанс самим стать пельменями неплохо, кстати. Так, вот что, протечки чинятся потихонечку. Так, ладно, я думаю, я успею. Я вроде Как мы отсюда выбираться будем? Протечки заладили. Мы в такой жопе. Вы убили эту фигню или нет? Мы в такой жопе. Я понимаю. Мы секетрион. Мы почти на километр вниз упали. Сейчас еще дно цепанем. Ожидайте. Да, вот, минус дно. Две протечки. Ёперный театр. Три протечки. О, на носу наконец-то залатали. Сейчас все сзади залатают. В принципе, нормально. Ребят, а вы сварочный баллон-то куда деваете? То есть экипаж, он же как-то это все чинит. Им же тоже надо брать где-то сварочные баллоны. В этом лежат, в шкафчике. То есть есть лишние. Мы сейчас ударимся. Да. Черт, мне вообще не в кайф то, что у нас здесь происходит. О, а тут еще и костюм клоуна есть, не только... Ладно. Так, сварочные баллоны положу сюда. Я бы, конечно, прочтил то, что это нашего капитана, но нет. Может, у нас капитан клоун. Ладно.
такой клоун, который... Нет, знаете, в чем прикол? Если учитывать, что клоунов боится примерно половина населения Земли... Ну, Сигма меня точно боится. Я ему случайно в бошку два снаряда с револьвера выстрелил. Это было в прошлой серии. Так, это что? Это мелочь какая-то, я уже испугался. Ну... Я тебя не боюсь, я тебя презираю. Прошлое мы с вами не были слышны, потому что я живу. Мы двигаемся или это планктон? Чертила, блин. Заберите у него пистолет. Пистолеты. Пистолеты оба. Осторожно, осторожно, осторожно. Если это фигня, по-моему, долбанет, будет не очень хорошо. Понимаю. Топпер Каус это что? 330 метров от нас. Подожди. Это мы оттуда отплыли? Да. Ясно, понятно. Я промазал. Ну тогда на дно. На дно! Так, ладно. Сейчас воды наберем и поплывем на дно. Можно естественным путем набрать воды, а не путем уничтожения нас? Блин, снизу какая-то фигня. Вот так глав снизу. Короче, меня задолбал, я его задавлю сейчас. Неплохо. Я его что, убил? Нет, но прокоцал. А он что-то больше не хочет. Да не, подплывает вроде. Снизу, сверху, где? Да, не, вроде отстал, не знаю. Не могу сонаром пока пользоваться. Я понял. Из рельсотрона зафигачил в него разочек. Но у меня просто хпшка его не появилась ни сверху, ни над ним. И мне интересно, типа, чем он хочет. Да ну, понаставят здесь этих скал. Заряжу пока что еще один снаряд, я его потратил. Надо его поставить обратно. Как они задолбали. У меня патрон на револьвера не осталось уже. А это тебе зачем? Ну если вот. Уж цитировать классиков, то зачем тебе пистолет в космосе? Ну я не в космосе вообще-то. Они под водой всякую живность убивают, вот как в прошлый раз, которая на нас напала. Револьверы же не работают под водой. Тебе кажется. У меня офигеть, стой! Фух, ты ж, ё-моё. Я тут от лица пушки было очень близко. Вот сейчас реально близко. Сейчас еще ближе. Мне кажется, я почувствовал. Блин, я хочу сейчас стул купить. Давай. Было бы можно. Ой, а чё это я разогнался? Снизу цели множественные. Иду. Из рельсотрона не пали, там не так много патронов. Осторожно просто. Куча целей, 4 штука. По-моему, хорошо грызут. Если они заползут капитанскую рубку, я просто убегу, мне все равно. Снизу троих, по-моему, убил. Надо сверху глянуть. Тиерпинс, конечно, вообще. Они тут наплодили всяких тварей. А мы теперь не всплывем, по всей видимости. Все, выровнял всех снизу. Можно дно зачинить, пожалуйста, чтобы оттуда вода вытекать начала? А, кто-то там теряет... У нас! Чуваки, вы чё? На, да? Да пофиг как-то. Где он там? Покажите мне его! Отойдите от него, вон! Уходите с палубы! А он чё, мёртвый? Да. Фрум, отойди на всякий случай. Потому что я увидел надписи из экипажа, что кто-то теряет много крови. Я понял, что все-таки кто-то к нам один пробрался. Остальные можно. Прилипли к дну, но они уже сдохшие. Я их типа выровнял. А возможно, у нас сейчас начнет вода откачиваться, и мы начнем всплывать. Да, это возможно. Все протечки устранены. Супер. Пойдем мясо сделаем. Удачи. Мне принесите, пожалуйста. Я не могу бежать с этой штукой. Не можешь. Сигма, кстати, у тебя микрофон выключен, если ты что-то говорил. А, ё-моё. Это опять случилось. Да. Ладно, оставим его в медотсеке для опытов. Я буду по чуть-чуть есть. Не грызи ползуна бедного. Да я так, так... кстати. У нас до сих пор яйцо грязевого раптора у меня в кармане лежит. Вы его подобрали? Да.
Ну ладно. Чего он на полу валялся? Ну, я его бросил, ну потому что мне показалось, что возможно это неразумно тащить. Ой, блин, а меня покусали. Согласен, я думаю, его тащить неразумно, но я думаю, его нужно поставить прямо мне ё-моё! На полочку. Ё-моё! Вот полочку. Это тебя покусали, конечно. Я пошел в аптеку. Так, что да мне там надо? Антирад, ксилайф, это... Блин, я это не произнесу. Так, мне нужно два алюминия, один титан и ударопрочная проволока. Которую я здесь не куплю, потому что вон поста нет. Фентанил мне нужен, морфин, опиум, экстракт еще какой-то фигни. Так, давайте закидываемся. Экстракт граната. Ой, как взять одну? Так. Ну, поплыли. Где мы? Мы то на Айланду плывём или что? Новичок мореплаватель, у меня ачивочка приехала. Новичок. Да, да, есть такое. Дайте мне вылечиться, пока я не сдох. Я единственный, кто из команды, блин, этот, injured. А чё с кораблем? Что с кораблем? А электричества нет. А, ну это нормально. Прекратить экономить топливо электричество, я поменял. А он все равно не заводится. Офигеть, я одним фентанилом полностью вылечился, серьезно? Чё? Я одним фентанилом практически полностью вылечился. Повезло. Да ну не повезло. Тогда можно бы, наверное... Да ну, доработай говно. Стабилозин? Он. А, вот, left... Пойдет. Left control? Не, погоди, там типа взять одну. Да, вот так вот можно одну взять. Так, хорошо. Это нол, это не надо, это не надо. Мы сегодня там заведемся. Нет. Спасибо. Опиум. О, почем опиум для народа? Ребята, знаете, куда мы идем? Едем, плывем. No. В море. Понял. А мы причем, прикиньте, я себе даже ушиб, у меня вторую серию был, я себе даже сраный ушиб вылечил. Я все, я красавчик. Неплохо. А почему я весь желтый? Блин, Сигма, зачем ты меня ударил? У меня травма от удара тупым предметом. Я тебя не бил. Кто выступил в роли тупого предмета? Сигма. Там об себя ударился, там... Как? Кое-чем об косяк, да? Ага. Так, что у нас, кстати, на очереди? Какое еще задание? Да, снизу два штука. Маяк опять активировать. Господи, мы в такой жопе, я еще никогда не был. Чувак, я бы тебе был крайне благодарен, если снизу где? Вправо, влево? Ба-бам! Блин, офигеть! Ну мы же тут не раскопками-то занимаемся. Слушай. У капитана шиза поехала. Мы, конечно, все понимаем, но вот это нашим пушкам не по силам. Вот это бум было без протечки? А, нет, есть протечка, что это? Какой без протечки? Ты чего, Фрум? Меня закрыли в комнате без кислорода! Ладно, тебе давай скафандр. Не надо! Да ну ёпперсете! Я не виноват, на нас напали так-то слева. Не вижу. Слева снизу. Все равно не вижу. Они же тут? Корабль тонет, бегите! Куда бежать? Может. Ё-моё! Бегите, кто может. Давление достигло опасного уровня. Ох ты ж, ё! Ну я думаю, капитан позволит себе закрыться в рубке с кислородным генератором. Они здесь и в огромных количествах. Понял, маску кто-нибудь быстро мне. Я пошел. У меня есть маска, но у меня высокое давление, я просто сейчас меня раздавит здесь. Я не могу, у меня баротравма. Сейчас будет. О, не взрываться, не они взрываться, внизу? Взрываться. Да, они внизу. Вижу. У меня нет скафандра просто. У нас один, походу, помер. Так, у нас человек помер? Да, возможно. Так, дружок, я думаю, тебе это больше не надо. Отдай, пожалуйста, свою форму. Как же ее забрать? Чувака просто сожрали, прикольно. Ай-яй-яй-яй-яй, высокое давление, меня там расплющит, погоди. Я без скафандра туда не пойду. Я у типа забрал.
Вода держится на уровне, конечно, но... Алонзо, прекрати, блин! Оно пошло куда, самоубийца? Так, я сырый, все, капитан пошел убивать. Пошел, принеси скафандр, пожалуйста. Вода подступает, принеси скафандр. У меня патронов больше нет. Вернее, гарпуну. Так, дружочек, тварь, уходи от меня, тварь! Убирайся! Воу! Нет. Это живой? Нет! Живой. Помоги! Держись! Я иду, но тут давление, чуваки! Помогите! Стреляй по мне! Стреляй! Я, по-моему, тебя и выстрелю. Вызывай огонь на себя! Я их буду сваривать. Заберите меня отсюда и вкалите мне что-нибудь, пожалуйста. Я теряю много крови. Я их свариваю. Пожалуйста. И Фрума тоже свариваю. Меня разорвало давлением, окей. Помогите. Меня сейчас раптор разорвет. Помогите. Так. Я подожду. Сколько там надо подождать? Ну нафиг. Чёрт. Скоро ждать не придется, поверь. Блин, они очень... доедят. А как предотвратить? Да, мы все. У нас один чувак нормальный и... Ты просто без сознания, чувак, ты просто без сознания. Да. О, черт! Без сознания, в зубах какой-то твари. Эх, ну что ж, это пришлось закончилось... сзади. Я понимаю, но так на рельсотрон, потому что у него лучший обзор сзади, снизу. И я ничего не видел. Мы на той же лодке все так же пошли, типа, или это с последнего сохранения? Вот это вот, тут вроде там. Нет, чуваки, да, это с последнего там, сохранения. Там. Нет, мы на море сейчас плывем, все нормально. Просто откатило немножко. У меня укусы остались, ладно, я сейчас вылечусь. Это еще до того момента, когда отхватился то, что ты все фентанилом вылечил. Вот я как раз, это тот момент, когда я им начал лечиться. Я просто вот прямо сейчас взял и тыкнул. Хорошо, хоть не так далеко откатились. Так, ребят, извиняюсь, в следующий раз буду точную информацию давать. Возможно, мы сдохли за меня. Так, на этот раз мне понадобилось два фентанила. Не повезло. Блин, у меня развивается зависимость. Прекрати. Да, не переживай, я тебе... Да плывем до ванпоста, я тебе этот... Не, она остановилась, нормально, остановилась на половинке. Я тебя закодирую. Зашью тебя. Нет, на самом деле, просто тогда я одним тюбиком вылечился, сейчас пришлось схавать два, чтобы долечиться. Кричу, если сзади, спереди враги, пока не увидите, не убьете, не сходите с турели, пожалуйста. Понят тебя. Я бы, понимаешь, мне бы их видеть, я бы тогда стрелял бы, а то ж... Я на верхней турели задней пока что. Просто информирую. Скажу, когда будут противники. На этот раз низом пойдем, а не верхом. Как скажешь. Хорошо, Кэп. Сверху целим. Два штука. Сверху справа, сверху слева? Куда? Сверху, просто сверху. Станьте обе пушки. Стараюсь... Ай, задену сейчас. Или не задену. Нормально, движ. Нормально вроде. Не вижу пока что. Так, я их... Мы обходим их. Но нет, они за нами плывут. Сзади. Да, сзади будут. Сзади пушку 100% надо вставлять. Да я жду их. Идем сейчас на маяк. Пока мы будем на маяке, они здесь все прогрызут, да? Типа того. Могу я один быстро сходить все сделать? Можешь, если тебя не загрызут. Вы сможете? Блин, ну я могу посидеть, наверное, на этих поприкрывать, чтобы... Не, давайте вы вдвоем лучше останетесь. Я не знаю. Прум, сам справишься с маяком? Я без понятия, что там делать. Я вас понял. Ну, сейчас быстро сходим, не переживайте. Ну вот так вот с нубами играть, что ты думаешь? Так, быстренько втопило. Сейчас быстренько сходим. Ребят, не задерживаемся. Это известные последние слова. Сейчас быстренько сходим. Ага. Так. А где, собственно говоря, вражины народа? Что-то сзади булькнуло. Это что было? Мы пристыковались? Да тут что-то сзади нас. Сзади, посмотрите. Вижу. Вниз пошел. Внизу лови. Понял. Ловлю внизу. Да нет, он сзади будет внизу. Да.
Я придется... Цели сзади. Одного убил. Ножные цели сзади. Они очень маленькие. Ну, предлагаю по ним с рельсотрона стрелять. Вряд ли. Так, ну одну штучку фигарил, но она маленькая, легенькая. Ну, туда так, сюда... могу быстро пойти активировать все. Давай, если хочешь, прикрываем пока что. Я быстро очень. Мне на нельзя больше фентанил зарать, поэтому... Ох, блин, а это что, у меня ломка началась? Ой, блевота началась, красиво. Ломка. Ну, я смотрю по ситуации своего персонажа. Так, привет, привет. Можно в тебя выстрелить? Кого я тут уже забивал, погоди. Да, отход от опиноидов. Ну, ребят, я вас поздравляю. Это аванпост был с турелью. Тут все в крови. Мы можем ее забрать себе? Турель? Да. Скрутить, пожалуйста. Ну, она к бетонным блокам прикручена, забирай. О. Мне хорошо, да, все нормально. Плохо. Это хорошо. Понял. Так, я постараюсь быстро, ребят. Давай. Оно потихонечку отходит, мне надо немного переждать. Похожу в таком состоянии. Так, да, у нас есть... колокатор выключен, да? Да, нас не обнаруживает. Ну я маяк включу, нас очень быстро обнаружит, если что. Блин, а что, у меня желудочная какая-то фигня развелась, красиво. Так, ну с богом. Но жизни не уходят, и то нормально. Приятного мне аппетита. Повреждение органов? Серьезно? Да. Понял, да, что ты мне тогда со мной сделал? А, ну ты жив остался, тогда все нормально. А я что-то баллонов с собой дополнительно. У вас тут на мостике будет пахнуть не очень, а так все хорошо. Понял. Заболевал всю аппаратуру. Да не выкидывай меня с пушки, блин. Заводись, тварь. Нифиг всякую дичь жрать. В смысле жрать? А лечиться чем? Ментами. О, почанил. Кровоточащая пятка, бинтуйте, пожалуйста. Ну, так... О, блевота закончилась, отлично. Блевота, блевота, перейди на Федота. Это не Федот. С Федота на Якова, с Якова на всякого, блин. Так, back online, супер. Зависимость пройди, пожалуйста. Чем лечить зависимость? Эх, клин клином зашибает. Пойду, да, что-нибудь наверну еще пару тюбиков чего-нибудь. А, погоди, можно... чего-нибудь другого. Можно... Ребят, я могу взять ящик боеприпасов для магнитной пушки. Да-да-да, давай. Антибиотики широкого спектра. Они все равно не смогли воспользоваться. Ой, слушайте, галоперидол есть. Отличная штука для избавления от зависимости. О, антенну скручу, ребят. Смотри, с чем плыву. Да вижу. О, сам по себе может быть использован для лечения... Ребята, у вас капитан такой молодец, чужие вон посты обворовывает. Это нормально. Я у них антенны скрутил, всю технику, которую только мог. Хватит болевать. Я тут еще таблеточек навернул просто. Прям экспериментатор или что? Это звучало как что-то нормальное. Я почитал, ну типа, помогает, стабилизирует, то-то, сё-то. Ну смотри, зависимость у меня потихонечку уходит. Ну, то есть она реально хорошенько уже так уходит. Ну, можешь, но... пожалуйста, прекратить жрать наши медицинские запасы? Я, конечно, понимаю то, что очень весело. Похоже, у меня просто отходняк будет на протяжении всей этой зависимости. И все это время я буду тут излияниями заниматься. Можешь, пожалуйста, жрать все таблетки, перестать жрать все таблетки по алфавиту? Чел, ты разве не понимаешь, цели. Я блюю на патроны, я добавляю им poison damage. На меня какая-то фигня сверху упала. Рыбы. Где? Походу об корпус раздавили, но это не точно. Чем ты там стрелишь? Сверху, снизу? Не вижу. О, офигеть! Блин. Спереди, снизу, сверху цели. Снизу сейчас был только снизу цели был сейчас. Все пушки снизу активировать. Рейнджеры, собираемся.
Меня поедет из пушки. Ты мне предлагаешь поэтому с рельсы фигачить? Ну да. Не-не-не-не-не, не надо из этого. Я в него попал пару раз. Нам 100 метров до следующего поинта осталось. Давайте уже доплывем. Давай уже! Ура! Мы доплыли. Ура! Поплыли теперь туда. Ведите меня к доктору. А, не, я в порядке. Там говорят статус, что я в порядке. Все хорошо. Ок. Все ок, да. Ребят, я вас поздравляю. На следующей миссии мы на ванпост приплывем. Давайте, давайте тут. Ну, кстати, еще один маяк активировать. Надо бы в этой серии доплыть до ванпоста. Прям вот, ну надо бы. Надо бы собрать друзей. Так, что у меня еще все хорошо с организмом? Ну, ой, тогда? Наконец-то зависимость закончилась. Блин, ребят, почините эту обшивку, пожалуйста. Где? Снизу, в нижней средней части. Но у меня чинилки и нету. В моторном отсеке. Че? Я сам схожу, короче. Это у меня в реальной жизни глаза помутнили? Это... Или это у меня это... кислородное голодание в игре? Ну, рассудка. Короче, я же говорю, что у меня, я, слава богу, вылечился от зависимости, но, блин, у меня до сих пор остался молодец. Коньяк, и он никуда не девается. И также повреждение внутренних органов, ну, в принципе, пофиг, ходи, ходи. Можно а нет, бревота вернулась, я думал, я не вылечился. Да, я на тебя посмотрю, пожалуйста. На, смотри. Чё с тобой там? Наркотическая ломка. Да, я же говорю, зависимости уже нету, осталась ломка, она уходит. Чайки в колючую. Не-не-не, я уже там... Я что-то повыбирал. Мне рассказывали то, что вот это вот облегчает еще. Легче? Пока ничего не ощущаю. Почему? Ну ладно. Почему-то ломка осталась на том же месте, она типа прыгает, плюс один, минус один, плюс один, минус один. Ладно, поплыли. Капитан еще в этой серии должен скрафтить себе обновочку. Так, погоди, орган дэмэдж, оно вот-вот вылечится. Да я, если все сработает, то я всем экипажу эту обновочку сделаю. Не, я про то, что я там чинил как бы балластную камеру, а меня водой залили. Ладно, побегаю в таком состоянии. Вроде блевоты нету, можно жить. Отличное, отличное продолжение серии. Я устал. Кто-то сидит за рельсотроном, кто сидит за блевотроном. Блевотрон 3000. Кто-то просто лежит на полу и смотрит в потолок. Так может захлебнуться, не надо. А, я подумаю. Я хочу себе кресло сюда поставить перед рубкой, чтобы... А как тогда все оценят, если ты поставишь кресло? Но это другая обновочка. Я нам, короче, потом обновочку одну сделаю. Надеюсь. Я костюмы клоунов будем цирком. Ребят, сверху молотый глав. Сверху, черт побери. Ну я, короче, отключил сонар, надеюсь, плывем. Ща пощупаем пространство. Да вы это говорите, если мы долбанемся в что-нибудь. Я ничего не вижу. Я пока я вроде тоже не наблюдаю, ничего страшного. Вот оно в чем прикол. Вы говорите клоуны, вы говорите цирк. Вы думаете, что мы хорошо играем? Есть люди, которые хорошо играют. Люди, которые приходят смотреть нас, они приходят смотреть, как мы лажаем. Так что все нормально. Жиза, я так видосы по Нойте у одного типа смотрю. Реклама Нойте продолжается? Ну и так. Да. Ну и та. Ну и та. Ну и та. Ну и та. Ладно, первую букву на хане заменяйте, все нормально. Сверху цель. Штука. А то появится. Штука по панцирь с хандры. Ой, сейчас. Где? А, нормально. Не вижу. Ладно. Да это. Кай, стой! Ёлки, поздно. Ладно. Я боялся использовать сонар, потому что боялся то, что там цели много. Я понял, они сейчас триггерятся, да. На самом деле, я вот сейчас подумал, очень интересно... Ну я пошел маяк активировать, пожалуй. Давай, очень интересная аналогия в том, что я сейчас чувствую себя так же, как наша лодка. С временными проблемами и повреждением внутреннего корпуса. Так. Я тоже внутри бегают типы, которые постоянно лажают. Скорее всего, это моя иммунная система.
Не в ту сторону воюет, правда. Вы ушли? Я ушел. Ладно. Давай, долбани по мне. Не надо. Так, вопрос один. Вовремя остановил. Вау, еще один пас. Да-да, спасибо. На рельсотрон пересядь. Добром. Стреляй в него. Здрасте. Нет, блин. Чтобы не расслаблялся, короче. Тут этот, тут походу такие же гении, как и мы тут. Весь ванпост разорванный. Кто его так порвал? Тут прям... Иди своей дорогой, сталкер. О, там кто-то умирает. У нас все нормально. Вы задолбали, вы уже всю подводку заблевали. Ой. Блевать. Я с этим сделать ничего не могу. Нас жрут. Где? Ланя. Кого? Кого жрут? Зачем? О, у нас уже прям здесь. Да? Прыгай за пушку, у меня оружие есть. Вы справитесь? Ходи. Да он нафиг. Все, убили. О, еще один. Он меня сейчас лежат. Я вас понял, я возвращаюсь, маска. Ребят. Напомните, пожалуйста, на этом ванпосте все купить убили. Нам не только обновочки, но и этот, и вооружение. Еще карманное. Помру. Живи. Очень сильно стараюсь. Отстрелил. Давай. Двоих убили я... внизу, одного застрелил сверху. Почти ванпост активировал. Кто весь морфин зажрал, я сейчас сдохну. Морфин я не трогал. Да, а, у меня кровотечение. Черт, у меня но сильное кровотечение, надо срочно подлечиться. Ага, у нас один бинт. Подлечишься сейчас. Не, понял. Ребят, я походу держите. Сейчас, не надо, не надо. Не верни надо. Бинт! Я умираю. Держи, сиди к этому, короче. Я тебе сейчас вколю что-нибудь. Давай. Нас затапливает. Иди сюда. У меня баротравма. Сюда иди будет. Быстрее. Иди скафандр надень сначала. А как ты в меня что-то вкалывать это будешь, если я да буду забей. Это так работает? Я разрешаю. На! Так, теперь... Спасибо. О, кайфом. Иди так, теперь. У меня кровопотеря закончилась. Зачем? Я могу ему и только это топливный стержень воткнуть куда-нибудь. Тебе куда? Так, ну, что-то мне вообще не нравится, то, что происходит. Пойду стыренный топливный стержень воткну нам в реактор, чтобы работал. Так. Работай. Ни одно из этого. Погоди, морфин. А, морфина надо жахнуть. Сейчас. У нас двигатель не работает. Я пытаюсь выжать, если что. Пытайся. Так, починил. Это уже чинил. У меня кровопотери я опять, не... вы издеваетесь, я ж только что ее залатал. Ребят, я не могу двигатель починить, помогите. Я уже куть. Что это за твари? Что, это убитые твари? Нет! Тут есть еще? Вот да. Она! Шел нафиг! Черт, я его сейчас отверг и заковыряю. Все, 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 оно сдохло. Держимся. У меня сейчас давление. Нет, давления, кстати, нету. Я смог! Так, кого не я чиню, а кто чинит вообще? Я. Офигеть. Реактор почини. Реактор раздолбан по ланищу. Не-не-не, ну мы не можем умереть здесь, мы не можем умереть в туалете. А, бинтов не осталось, да? Хорошо. Могу тебе предложить так, инопланетной крови попить. Нет, спасибо. Пожалуй, наверное, в этот раз это не моем. Это у нас, конечно, неплохо потрепало. Надо просто доплыть. Антибиотики, кстати. Нам осталось совсем чуть-чуть, мы сможем. Давай. Фу, пожалуйста, работай. Вроде все дыры залатали, сейчас надо будет некоторые... Ни опиума не осталось. Ребят, 400 метров проплыть надо. Давай, 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 выживем. Воздушный шлюз сломанный снизу подо мной, который починить, пожалуйста.
Сейчас я свои... Бегу. Ладно, я сам. Я сам. О, у меня... Тут баллон. Глубокая пробоина. Всё, понял, все нормально, понял, хорошо. Так, скафандры, они же сни... они снизу или сверху? Я протупил. Да, они снизу, хорошо. Я что, не намекаю, но у нас все плохо. Да, мы и знаем. Ну, все живы? Ну, вроде бы. Ё-моё. Это чё за фигня? А, давай. А чем мы с ним воевали? У меня один патрон. Огонь. Да там кто-то с ней грызется из наших уже. Приятного аппетита. Тихо, да блин, отойдите все от нее, я по вам могу попасть. Стреляй! Да... На! На, забил. Есть. И Крому шатал еще. Я починю, у нас ребят. Ирвин приехал. Главное чинить не снаружи, а то я останусь там. Винтов нету, да? Винты, ребят, да. Придержитесь 300 метров, буквально. Я не уверен. Честно, меня порвали. Пожалуйста, у нас один сдох. Да, у нас минус один. Не работает ничего просто, вообще. Ну вот, кстати, это фишка вот этой игры. Что если вдруг что-то случается, пофиг, насколько у тебя хорошая команда, все, лодка просто мертвая. И воскресить ее получается крайне редко. Не, мы сможем. Тварина, одолжи крови. Я даже знаю название этой серии, те, кто смогли. Гидропоксид избавляется тут. Натрия. Понятия не имею. Нутрия. Пожалуйста. Зон. Работай. Надо этот труп танцующий успокоить. Ручное управление. Сейчас, подожди, я из него кружу, да? А то мне перелить. Все, плывем. Ребят, 411 метров буквально. Все, продержимся. Труп нашего этого собрата выкиньте наружу. Туда его. Я сделаю. Я могу. Мы сможем. Я выживу. Сейчас приплываем, я куплю нам медиков. Нам бы нанять медика на борт. Две минуты на то, чтобы кровь сделать. Ребят, спереди цель. Пожалуйста. Я на пушке, блин. Я ничего не обещаю. Я попробую. Пожалуйста. Энергии нет. Нет, пожалуйста, нет. Оно назад. Сзади, сейчас. Блин, оно вниз ушло. Пожалуйста, ну только не это, нет. Пожалуйста. Не вижу его снизу. Что, стержни кончились? Нет, реактор сдох. Перезапуск. Я не знаю, на чем мы доплывем. Пробовали включить и выключить? Он только атаковый чинит. Да нет, я автопилот этот, долбанул по этот гаечным ключом по автопилоту и перезапустил автопилот. Вроде я в Армагеддоне видел, это работает. Мы его то ли убили, то ли отпугнули. Я его не вижу. Быстрее, машина. Я сейчас сдохну. Цикуюсь без сонара, этот, на глаз буду. А фиг там. Да. Мы сейчас долбанемся от крыши и уйдем точно вниз, если без сонара. Ладно, один раз разрешаю себе. Мы не можем всплыть, ребят, мы не можем всплыть. Что такое? У нас пробоина сверху в арсенале. Ну, потихоньку всплываем по метру. Втором давай, да. У меня варить нечего, у меня аппарата нет. Что значит? Ужас. У меня из ноги просто кровь льется на пол. Доплыть. Пожалуйста. Санкционированный доступ, откройте. Пожалуйста, доплыть. Где? В арсенал? Да. Все. Можешь открыть дверь? По прямой. Нет. По прямой. Просто сейчас долбанемся об ванпост. Ладно, главное пристыковаться. Открой нам, пожалуйста. Еще не могу. Санкционируй. Я ее сейчас выломаю нахер. 72. 71. 70. 69. Визуально 68. Наблюдаю. Сверху будет? 67. 66. О, открывает. 65.
А мне все не одобряет данный подход к решению проблемы, но мне придется. На нафиг. Тебя там залило? Вообще. Да, я дверь ломом вышиб. Пожалуйста, чуть-чуть осталось, буквально 50 метров. Я закрываю пробоину. Супер. Дверь-то рабочая. Рабочая, но я ее. Потолок, осторожно, шлюз. Все в порядке. Готов чинить потолок. Чаще, я им немножко шлюз сломал, но ничего страшного. Видимо, да, ты не туда, не так, не здесь. Я ох, ты жнёшь, ты порыш. Так, одного, да, одного чувачка у нас прямо ушатали. Меня ребят, мы меня... здесь можем сохраниться? Да. Да, давайте сохранимся на том, что меня полечим. Конец дух. Хорошо. Было бы неплохо бинтов закупиться, и вообще медиков в команду. Медиков закупить. Так, короче, сохранение здесь не так вот, когда я захочу. Они, короче, при начале миссии происходят, так что... А, ну все прекрасно. Так что сразу вылечившимся у нас сохранения не будет, если только мы начнем следующую. Ну, давайте, офигеть. Давайте тогда играем до сохранения, как раз у нас уже серия заканчивается. Да. Давайте сделаем все, что надо на. Уф! Уф! Ребят! Ящик взрывных снарядов для магнитной пушки, ящик пробивных снарядов для магнитной пушки. Тут это куда мы приплыли? Тут столько оружия! Картечные снаряды, дрели, сатроны. Но это не то. Вот это. Нам нужно к медику. А как у меня денег нет. Да, кстати. Дядя. Денег нет. Деньги все у капитана. Я нас вылечу. Мы выживем. Мы выживем. Мы выживем. Мы выживем. Мы выживем. Бегим. Полежу, что ли? Может, кровотечение меньше будет. Ой! На что-то тут коляску, что ли, упал. Держись. Где ты? Ядрен батон, ты дорого стоишь. Пойдем. Меня разрывает. Лечить. О, с кайфом. Пошли. Так, тебя вылечили? Да. И меня всех вылечили, я понял, красиво. Нет, я лечу по мере потребности. Ну, у меня типа все норм резко стало. Так, Сигма, че по гарпунам тебе? Пусто у меня, я его гарпун выводил. В печень, блин, никто не видит. Ну чё, мы заработали кучу денег. Добро тебя не было в уличных гонках. Инвалидную коляску снял. Доктора Хэппи, ну-ну. Так, чё, нам бинты закупаем? Во-первых, бинты точно, потому что они очень быстро разлетелись, рваные раны. Во-вторых, в принципе, нам бы медикаментов не по одному тюбику всякого. Чё, бинтов на 600 кредитов? Нет. Сколько у нас деньги? 7800. Куда мы сейчас поплывём? Сколько стоит нанять медика? Чё? Сколько стоит нанять медика? Слага. Дорого, да. Чем мы вообще занимаемся? Как мы вообще сюда приплыли? Куда? А чё не так? Мы назад поплыли, ты в курсе? Так, это... Миссия все равно выполняем. Ну, миссия выполнилась, и то хорошо. Балачкан нужен. Я хочу на военный онпост приплыть. Нам нужно сначала на добывающий центр, потом на жилой. Так, потом ладно, ребят. Тут можем. Да, ребят, берите какие нужны задания, давайте сохраняться, будем потихонечку закруглять серию, она все-таки не резиновая. Да, надо сейчас все доделать, пожалуйста, я все обслужу сразу, начнем этот миссию и заканчиваем. Так, хорошо. Топливные стержни, 132 кредита, дешево. Очень дешево. Покупаю. Закупай на всю, блин. Нам их складывать некуда было. Не-не-не, в карманы распихаем. Что у нас тут за грязные так. Танцы? Продать. Улетел на 4, ты что у тебя сломано? Переломов нет, пофигу. Так, аварийная сирена, продать детектор кислорода, продать. 15 ушибов во все ступеньки и люки. Просто. Так, обслуживание подлодки. Ремонт систем 263 кредита. Нам можно ремонт жизни людям. Че, вы опять сломались там? Да нет, да ладно, просто кто-то пофигу. Тут пролетел через 6 пролетов. А ты неплох. Я да.
Ёперный театр, какие улучшения у подлодки, дорогие. Ну, как бы, да, на это и рассчитано, чтобы ты в это играл и играл. Да потому что, блин, вот первый логи только это первый уровень, ребят. Да? Это легко. Можно как-то рассчитывать на то, чтобы люди хорошо играли, или, я не знаю. Это не про нас. Это не про нас, да. У нас тут встреча с двумя козявками заканчивается тотальными потерями. Были бы у нас было бы дальше верхнее. Медика, говорите. Надо, П, в команду, да. Медика, ща посмотрим. Ща самого дешевого нанимаем. К этого ветеринара бери. Я могу предложить вам бомжа с улицы. Наших скотин лечить. Прикинь, если ты берешь ветеринара, он будет этих рапторов лечить, а не так. Так, людей не здесь покупать. Блин, тут нет работорговли, черт. Ждаю. Надо немножко повыше подняться, там работорговля. Так. Так, что у нас тут есть? Врач 3300. Самый дешевый. Ну, ясно. А трупы, кстати, у нас забрали. Будем медикаментами пичкаться. Ребят, врач, имя Кэрин Кинни. Пол, женщина. Должность, врач, черта, пофигизм. О, это офигенная черта. Слушай, а иначе ты доктором-то не станешь. Если ты будешь всем сопереживать, ты же сгоришь на работе. Есть ветеринар-медик. За, короче, 50 репутаций епитеринских сепаратистов. Епитерианских. 6700 стоит. Черта, чувство юмора. Он будет тебя стебаться, пока будут отрезать тебе ногу. Тоже нормально. Нам не хватит на медиков, ребят. Хорошо, медика купим тогда следующий. Я серию. Медик за вас. Загребать бабло лопатой. Я предлагаю назначить Сигме роль медика и купить лучше, побольше всего боеприпасов каких-нибудь. А что там по скиллу? У тебя какая вторая профессия? Бля, понятия не имею. Понятно. Кстати, про скиллы надо бы скачать. Схватил себя за ноги, сделал сальтуху в воздух, что за ноги? Ребята, вы помните то, что у вас есть скиллы, которые качать надо? Рака-макафон, как к ним заходить вообще в эти скиллы? Я ж точно, я ж нам всем обновку хотел сделать. Не хотел. Чёрт, Фрум, а это Фрум? Фрум, можно прос? Слушай. А ты сможешь вырезать какой-то фрагмент из серии, который просто ожидание будет, или нет? Ну, давайте тогда сейчас нажмем на паузу. Так, ребятушки, у нашего капитана легкая шапоголия, поэтому, наверное, серию мы будем заканчивать здесь, иначе она не закончится в принципе никогда. Спасибо, что были с нами. Увидимся тогда в следующей. Там вас ждет, я думаю, куча сюрпризов, потому что тут закупка идет прям серьезная. Все. Всем удачи, всем... Добра, бобра, пока, пока. Всем оладушек, всем покеда. Пока-пока.